На просторах всемирной сети порой встречаются интригующие названия блюд, которые так и хочется разгадать. Сейчас хочу рассказать вам, как приготовить лабардан с грибами. Заинтригованы? Запоминайте. Несмотря на совсем непривычное слово, это блюдо из традиционной русской кухни, правда несправедливо подзабытое сейчас. Означает название не что иное, как треску. Да-да, речь пойдет о рыбном блюде с лисичками. Чудесный вариант для ежедневного и праздничного меню. 1. Вот наш аппетитный набор ингредиентов. 2. Рыбку вымойте и обсушите как следует. Посолите, добавьте перец и специи по вкусу. Оставьте на столе на полчасика. 3. Тем временем вымойте, обсушите и измельчите грибы. Выложите грибы с луком и чесноком на разогретую сковороду и обжарьте минут 5-7, помешивая. 4. Влейте сливки и тушите на слабом огне еще минут на 10. Добавьте соль и перец по вкусу. Грибы снимите с огня, остудите немного и добавьте сливочный сыр. Перемешайте. 5. Духовку разогрейте до 200 градусов. Выложите на рабочий стол треску и распределите ровным слоем половину грибов. 6. Сверните аккуратно рулетом и переложите в жаропрочную форму, смазанную маслом. 7. Остаток лисичек выложите сверху. Запекайте минут 40 до румяности. 8. Уверена, лабардан придется вам по вкусу. 9. Приятного аппетита!